Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное чудо китайской инженерии. Это у нас телефон ZTE, моделька 601, A601. Опознавателей никаких нету, кто-то что-то все оторвал, тут кто-то что-то лазил. Проблема у нас стандартная. У нас разбитие дисплейного модуля. Очень сильное разбитие. Дисплейный модуль нам уже не нужен от него, так что будем мы его добивать. Отключаем питание. Берем нашу дочку. На другом столе оставил палку-ковырялку и понеслась. У нас уже центральная часть телефона пострадавшая такая, поэтому будем стараться ее не добить. Но, увы, видим, да? Ну, там была трещина уже. Уже я тут ни при чем. Снимаем центральную часть. Здесь у нас динамик, антенна, ничего интересного нету. Далее обязательно мы отстегиваем аккумулятор. И так, он тут скорее всего у нас подклеенный идет. Это очень-очень плохо, потому что я не хотел его отклеивать. Ну, а ладно, сейчас отклеим сначала. Так, нет, это нам снимать не надо. Дисплейный модуль я уже, кстати говоря, купил. Ссылку на дисплейный модуль я оставлю в описании под этим видео. Проходите, смотрите, покупайте, подписывайтесь, лайки ставьте. Короче, ну вы знаете все это дело. Это все дело стандартное. Так, что же нам делать с аккумулятором? Так как нам уже дисплей не нужен, мы сейчас аккумулятор вот таким вот образом зальем и запропиловым спиртом. Здесь у меня такой вот дозатор с запропанолом. Угу. И попробуем его приподнять. Оп. Что-то вроде получается. Да. Слава богу, аккумулятор у нас был приклеен не сильно. Чуть-чуть мы его тут подмяли, но это не страшно, ничего ему не будет. Теперь все у нас тут заклеено каптоновой лентой в лучших традициях Китая. Открываем коннектор, где находится шлейф дисплейного модуля, и вот таким варварским способом отклеиваем дисплейный шлейф от корпуса. Вот здесь у нас находится шлейф тачскрина, мы его тоже также варварски отстегиваем. Тут, кстати, видим следы какого-то залития. Это мне абсолютно не нравится. Кстати, это не шлейф тачскрина, по ходу дела, это шлейф нижней платы. Он идет у нас через дисплейный шлейф. Вот это вот мне не нравится, что вот было залитие какое-то. Сразу замоем, чтобы потом не забыть. И берем все по сторонку, лезвие. Берем лезвие и пробуем поднять. Дисплей нам, я уже говорил, не надо. Его беречь смысла нету. Поэтому будем его снимать прям по-жесткому. Лишь бы он нам в глаза стеклами не отлетел. Так, приподняли. Берем карту, заводим. Куда бы там ее завести? Есть, вставил карту. И нам уже тут не дает все это разбитие нормально снять дисплей. Короче, не будем с ним церемониться. Так его оторвем. К моему удивлению, клей на рамке оказался очень жесткий, поэтому я пытался за кадром его до конца оторвать. Прям жесткий-жесткий клей, похож на какой-то момент. Так, куда я делал свой любимый инструмент? Вот он. Здесь у нас маленькая загнутая рамочка. Не страшно. Дисплей я не проверял, поэтому первый раз проверяю дисплей. Вставляем его в рамку, вставляем шлейфик вот этот маленький аппендикс. Теперь надо еще умудриться
этим аппендиксом попасть в коннектор. Все, попали. И теперь надо подключить шлейф дисплея. Все. Это мы сделали. Берем АКБ. Он у нас должен быть заряженным. И включаем телефон. Изображение есть, уже хорошо. Сейчас лишь бы появилось, лишь бы тач заработал, и уже можно будет его вклеивать в рамку. Клеить сегодня будем на новый клей. Это клей Т7000. Заодно проверим, как он себя ведет. Итак, телефон запустился. Проверяем тачскрин. Сначала идем в звонилку. В звонилке все работает корректно. Берем значок и потащили его по рабочему столу. Значок нигде не отваливается. Значит, тачскрин у нас рабочий. Выключаем аппарат. Отключаем аккумулятор. Маленько мы его погнули, но не страшно. Отключаем шлейф дисплея, который, кстати говоря, приклеился на старый клей. Ну, ё-моё, очень тугой коннектор. Очень-очень тугой коннектор у дисплея. Отключаем вот этот вот маленький аппендикс. Изымаем отсюда дисплейный модуль. Берем специально обученную для этого ватную палочку. Берем изопропиловый спирт. И поехали по рамке. Заодно мы смотрим остатки стекол на рамке. При таком сильном разбитии они вполне могут здесь быть. Но будем надеяться, что их тут нету. Любое стеклышко под новым дисплейным модулем может его разбить. И это будет очень-очень плохо, так как нам придется покупать за свой счет еще один дисплейный модуль. Вроде бы стекол нету. Сейчас мы кверх ногами примеряем дисплейный модуль к рамке, так как у нас есть места, где рамочка у нас загнута, чтобы у нас все в нее вошло. И, к сожалению, у нас не входит ничего. Сейчас мы подкорректируем рамку в местах, где были удары. Здесь вот вообще куска рамки нету. И я думаю, должно лечь. Ну, да, ляжет. Прошлый раз сменял на BQ. По-моему, дисплейный модуль, тачскрин не стал записывать. Там алюминиевая рамка. Телефон очень сильно уронили на край. И загнули ему рамку. Так пришлось брать бормашину и прям кусок рамки бормашины стачивать, чтобы только сел дисплей, этот тачскрин. Наносим клей. Клей у нас, повторяюсь, Т7000. Он у нас черного цвета. Жидкий. Очень жидкий клей. По сравнению с Е8000, которым я обычно пользуюсь. Это прям вода. Прям вообще жидкий клей. Ну, посмотрим. Вообще взял его для дисплейных модулей Samsung, для китайских, которые с подсветкой идут у нас, чтобы хоть маленько как-то скрывать подсветку, чтобы она не светилась потом из швов. Те, кто клеил, те знают, что китайские дисплейные модули, они светятся потом после переклейки, потому что они плохо прилегают. Так,
я думаю, достаточно клея. Воняет он, конечно, знатно. Берем дисплейный модуль, снимаем с него все транспортировочные пленочки, которые с той стороны. Вот эту пломбу тоже отсюда можно исключить. И маленько рамочку тоже обезжириваем, где могли трогать пальцами. Вставляем. Не забываем про этот аппендикс. Вот вообще он там не в тему так находится, честно говоря. И стыкуем. Здесь у нас сетки динамиков не было сверху. Она там у нас с завода не предусмотрена, поэтому вставляем прямо так. Все, ждем около 2 часов хотя бы. Некоторое количество времени клей у нас маленько подсох, можно окончательно протестировать дисплей. Засветов у нас 5 нету. Тачскрин у нас отзывается корректно. Телефон можно закручивать и отдавать клиенту. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Не забываем, ссылка на дисплейный модуль в описании.